Сейчас несколько тоже писем счастья относительно свежих я прочту. Сейчас любимый жанр в России — это обыск. Он сильное средство предупреждения. У вас могут ничего не найти, но вы уже все поймете. Обыскатели. И вот, пока вы резво шарите в квартирной полунищете, хочу спросить, родные шариковы, зачем? Чего вы ищете? Что проку вечно в этом обыске, наставшем нынешней весной? Ведь это действие из области карательной, а не сыскной. Напрасно спешивали всадники, ища сомнительных утех, искать дворцы и виноградники, похоже, надо не утех, сгорая от азарта подлого, непостижимого уму, вы ищете, должно быть, повода, но вам же повод ни к чему, вложиться можете к любому, вы любого выкрутить, как жгут, а всероссийские обломовы, которые век лежат и ждут. Чего вы здесь такого выискали, какую выискали весть, что ищете, не смысла жизни ли? Мы можем дать, у нас он есть, но смысла жизни им не надобно, им надо сделать жизнь свиной, и цели их вторжения нагло таятся в плоскости иной. Должны вы знать, что вам не вымолить ни оправданий, ни защит. Имеют право двери выломать, о, как знакомо, как трещит. Имеют право влезть без повода в камин, в прихожую, в окно, спросить, а это дом такого-то? Что, не такого? Все равно. Забрать айфон, оба паспорта, да хоть бабло, да хоть пальто. И что тут, собственно, опасно? Кто может рыпнуться? Никто. Не сомневайтесь, вы не в Дании, у нас тут даже не берут, да вы и жили в ожидании, что все однажды отберут. Им хорошо на Диком Западе, их образ жизни не таков, белье не рылись, книг не лапали, не топтали дневников, поскольку обыск мера крайняя, что нарушает вашу честь, обычно для ее избрания резонно значимые есть. Вы там поправку и четвертую кое-как еще защищены, хотя и древние, и потертую, но все же важные. Три страны легко не вломишься в жилище, они надежны, как редут, у них не спросишь, что вы ищете. Там, если ищут, то найдут. Поэтика вторжения, обыска, листовки, шпиль, городовой, тут лишь слепой не видит отблеска столетней бури мировой, а обыски эпохи Берии, от этих век куда пойдешь, звонки ночные, дети бледные, на рукописях след подошв, тут вся страна, как после обыска, пейзаж разбросан, смысл изжит, все в беспорядке, даже облако валяется, а не лежит, на всех путях. В лесу и в ополе, в грязи осенней пыли пришли какие-то, натопали, искали что-то, не нашли. И так всегда, в эпоху Сталина, в эпоху гордого варья, боюсь спросить, чего искали-то, ведь не нашли же ничего. Все втоптано, просторы выстали, не подметали 300 лет, чего искали, смысла, истины, но даже заговора нет. Таков удел отца и отпуска, державная, родная стая. Россия — место после обыска, где было нечего искать.